Ну что ж, всем привет, с вами снова я, Збавитр. Дальше продолжаем прохождение Ghost of Tsushima. Поехали. Едем мы, короче, на... Сначала на допочку. Потом на основное задание пойдем. Так, бухта у Муки. Скоро мы отдохнем. Так, она у нас находится... Где-то там. Я верю, что он может убить монгольских предводителей, что он слетает на них. Да, могу попробовать убить монгольских предводителей. Блин, далеко находится задание. Ни одного перемещения нету быстрого. Монголы бегают, да? Ну, нам к ним пока. Блин, далеко. Быстрее, как? Нам пока к ним не нужно. Странно, что там еще находится основное задание. Рядом с допочкой. Прикольненько. Так, подожди, а почему она таким образом отображается? Отыщите бухту у Муки. А в чем прикол? Ладно. Но! Ну, бухта в муке. Стой, Ронин. Зачем пришел? Я не Ронин. Мое имя Дзин Сакай. Самурай? Госпожа Санзо захочет вас видеть. В бухте у Муги она главная. Прошу за мной. Сюда, господин. Вам ну, надо пошли. Поговорить с госпожой. Блин, ну давай поговорим. Мне вообще в другое место нужно. Ну ладно. Давай поговорим. Раз без этого никак. Господин Сакай, это госпожа Санзо. Приветствую в бухте Умуги. О, какая кошечка. Вижу, монголы сюда не добрались. К счастью, нет. Здесь уже много лет не проливалась кровь. Каждый, кто достанет оружие, ответит перед моими людьми. Покуда вы соблюдаете это правило, вам ничто не грозит. Итак, чем же я могу вам помочь? Я ищу Гора, контрабандиста. Хм, занятно. Он внизу допивает третью бутылку саке. Приятные вам беседы. Спасибо. Загляните ко мне как-нибудь еще раз. Мы можем быть друг другу полезны. Это что, новые дополнительные задания? Шесть клинков Кадзира. Плюс еще задание. Кензи, ё-моё, а где госпожа Масато?
Или мне и нужно было сюда, типа в этом месте отыскать, да, вот это все. Вот это место, короче, отыскать нужно было. Ну ладно, хорошо. Это вообще неправда. Это правда. Если он знает, как обойти корабль, почему он еще не удрал с острова? Она меня не прогонит. Это ты, Гуру? У всех нас есть имя. Ты кто такой? Дзин Сакай. А, вздор. Самураи все мертвы. Я очень даже жив. А вот мое терпение умирает. Господин Симура велит тебе вернуть ему долг. Он живой? Что ему нужно? Передай весть на Большую Землю. Это стоило очень дорого, даже когда монголы еще не пришли. Ты у него в долгу, так отплати. Кто я такой, чтобы спорить? Я думал, что в битве у Комоды искупил свой долг перед господином Симурой, потому и пил. Праздновал свой побег? Поминал самураев. Храбрые воины погибли, защищая таких, как я. Они дали клятву защищать всех на Цусиме. Даже тебя, Горо. Не знаю, смогу ли я вернуть им этот долг. Мой господин не просил бы тебя о помощи, если бы не верил, что ты сможешь. Она была рядом, а потом раз и пропала. Здесь мой дом. Входите. Туда так просто не попасть. На пути ведь монголы. Послание господина Симура у вас? У него. В лагере, на берегу Акасимы. Это уже что-то. Одну из лодок я спрятал у форта Митадаки. Буду ждать на дороге в лесу. На карте отмечено, где именно. Гора, открывай! Мы не уйдем, пока не заплатишь все до монеты! Зараза! Я не звал Ронинов. Господин, а Гора, вы по какому делу? По личному. Мы потом зайдем. Скажите, кто-нибудь видел мою дочь? Окей. Никто не видел Куму? Кума! Встретись с господин Симурой. Ага. Это далеко, да? Где-то аж вот здесь. Ой, блин, туда сразу идти или... Жек, чье там еще задание? Вообще, метки расставлены, писец, как неудобно. Кензио и еще кто? Госпожа или не? Воровка без вины, женщина из бухты, у Муги ищет дочь. Ага. Окей, ладно. Давай, раз уж начали задание, давай его уже выполнять, и потом уже подумаем, что куда и как. Потому что это сейчас выполню это задание, потом то задание, там. Короче, все собьется у нас. Выполняем одно задание, потом следующее возьмем. Так, где-то здесь. Болото светлячков. Наконец-то. Новости есть? Да, господин Симура. Я нашел Гора в бухте Умуги. Он был пьян? Протрезвел. Он исполнит свой долг. Отправится к Сёгуну. У Гора дурная слава, но лучше него нет моряка. Эти люди доставят послание. Конечно. Катары и Дзиры верны и отважны. Они попросят у Сёгуна подкрепления. Гора ждет. Он встретит нас и проведет к лодке. Поедем, когда настанет время. А ты пока подготовься к битве.
Да, дядя. Пора. Седлаем коней. Мы готовы, господин. Ну, будьте начеку, пора, приглядывайте поехали. За контрабандистом. Ну. Скорей, Каган. Я всегда вижу, когда ты хочешь что-то спросить. Говори. Любопытно, откуда вы знаете Гора? Он продавал китайский шелк, что запрещено указом Сёгуна. Я сжег его товар, а его отпустил. Он пошел против воли Сёгуна. Опасно было избавлять его от наказания. Самураю следует понимать меру необходимой силы. Надавишь слабо, лишишься уважения. Переусердствуешь, потеряешь возможность. У монголов много кораблей. Гора сможет ускользнуть от всех? У него нет выбора. Господин, а что если нас поймают? Не следует бояться смерти, Катара. Живи смело и не забывай тех, за кого ты сражаешься. Господин! Гора, где твой корабль? Сюда! Я рад, что вы живы, господин. Спасибо, что согласился отдать долг. Я сделаю все, что смогу. Только, боюсь, меня потопят, едва я отойду от побережья. Слишком много глаз следит нынче за морем. Попробуем на что-нибудь их отвлечь. Дальше мы пойдем пешком. Форт Митодаке. Мой отец отвоевал... Ну, на что мы будем отвлекать? Интересно. Теперь там монголы. Представь, как они удивятся, когда его отобьют два самурая. Если мы поднимем шум в форте... Тогда люди на кораблях будут смотреть туда, а не на море. Горо, мы заставим врагов сосредоточиться на форте. Услышите шум боя, отплывайте. Господин, вас убьют! Мое послание — это все, что должно тебя заботить. Лошади могут нас выдать. Пойдем пешком, господин Сакай. Ну погнали, пешочком. Огненное послание. Шли вроде на доп. Задание, прошли на сюжетное. У монголов внушительное войско, но мы застанем их врасплох. Лишь бы нам это удалось в стенах форта. Их больше, но они не смогут напасть все сразу. Сколько мы сможем оставаться незамеченными? Пока не увидим врага. Как увидим, в атаку. Впереди монголы. Их можно обойти. Повернешься спиной к врагу, сгинешь с мечом в спине. Подожди, у них там... Свобода! За Сусиму! Боже! У нас преимущество! Бежим через мост! Собака, почему она не свела? Дядя, вы готовы? Сначала убей сильнейшего! Сначала убей сильнейшего, я готов потом. Я сильнейшего сначала убивай давай, а я потом присоединюсь, можно сказать. Убил. А ты что там так выйдешь, толк? А, ну да, это довольно сложный. Ой-ой-ой. Протыкал меня. Хорош. Прикольный удар. Давай вот этого возьмем. Сейчас затрали его. Прекрасно, сын! Хвалю! Подожди, Витор, что не... А, он же все. Это последний. Вперед, через ворота! Поймал он эрочкой, там сложил оружие.
Я горжусь своим учеником. Видишь, как враг тебя боится? Ты истинный воин. Спасибо, дядя. Будь начеку. А? Лучники, укрытие! А здесь укрытий почти нет. Господин Сакай! Поднимем на ноги весь форт! Пусть корабли монголов идут сюда, а не к Гору! Я не могу никуда запрыгнуть. Не, мне походу нужно туда. Ага. А блин, как ты так... А блин, задрали вы. Какие же мрази, блин, эти огненные лучники. Набрали стрел, припасы, всего. Можно идти. Чего, где он делался там? Да уж, теперь мы главная забота. Убьем всех! Фигаси, у них здесь артиллерия, блядь. У них хватка! Теперь это наша цель! Пробивайся к башне! Арта, короче, у них здесь. Я ж офигел. Выпить четко. Как офигеть, что здесь всего лишь два самурая было. Монгольские псы! Это ж вообще можно охренеть. Еще да? Монголы! Немедли! Убивай их на бегу! Неплохо. Так, и этот готов. Кого еще нам? Зин, сюда! Здрасте. Никто.
никто не спит, я надеюсь. Нормально. Подожди, припасы. Блин, Сибека, Сибека, отпусти. Ёрканый бабай. Если даже спрыгнуть не дали. Мы уже близко, ребята. Готовьте жопы. Готовьте жопы, мы уже здесь. Мы почти на месте. Поспеши. Прикончим их. Теперь берем хвачку. Вон корабль Горо. Мы выиграли время, но слишком мало. Монголы его увидели. Их корабли куда быстрее. Наши люди беззащитны. Нет, есть мы. Че, давайте. А вот у нас это есть используем. Хвачка. Хвачку. Это оружие врага, не самурая. Сейчас Чу. Главное спасти наших людей. Ты умеешь из нее стрелять? Научусь. Да. Топи корабли монголов. А я займусь стражей. Дядя. Мы здесь не погибнем, мой мальчик. Я думаю, у этой хвачки будет намного больше в третьей территории. Монголы подходят к гору. Хотят зацепить баграми. Не подпускай их. Получилось. Корабли монголов горят. Продолжай. Гора должен обогнать. Готово. А вот эти большие можно? Да вроде можно. Берегу лучники. Гора, поскорее. Ой. А, слева, подожди. Вот. Понял, понял. Монголы подходят к гору. Хотят зацепить баграми. Не подпускай их! Получилось! Корабли монголов горят! Продолжай! Гора должен обогнать их! А как где он, собственно? Скорее. Так, готово. То вроде точечно всех убрали, да? Еще корабли. Держись, Горо. Блин. Отец Горо, добудь нам помощь отсюда. Уф. Получилось. Я знал это. Ты снова доказал, что монголы не всесильны. Вы мой учитель. Я не мог подвести. Никогда не подводил. Я горжусь тобой как воином и как человеком. В моем послании к Сёгуну есть еще кое-что. Я хочу объявить тебя своим сыном. Дядя,
В моем сердце ты всегда был для меня наследником. И после войны мы объявим об этом. Дзин, однажды ты возглавишь народ Цусимы. Займешь достойный пост Дзито. Властью самого великого сёгуна. Я постараюсь служить людям, как вы. Так и будет. Пока ждем подкрепления от сёгуна, следует подготовиться. Каков приказ? Возьми отцовские доспехи. Пусть люди видят, что самураи Цусимы, как и прежде, встают на их защиту. Я поеду в деревню. Я буду ждать тебя в нашем лагере в Кубаре. И тогда мы отберем мой замок у Хотунхана. И спасем наш дом. Как отец и сын, сам сёгун обрадуется нашей победе. Мы скоро встретимся. Но в пути будь осторожен. Хорошо. Хорошо. Огненное послание. Что там по времени у нас? 26 минут. Ну, полчаса задание заняло. Кстати, прикольно, этот крепость. Славный конь, Кага. Очень даже мощная, я бы сказал, крепость. Блин, попробую, конечно, ее захватить. Да. Так, техники. О, что там хотел? Стойки. Давай стойку качнем вот эту. Увеличьте урон ошеломлением, который получают мечники от всех атак, проведенных из стойки камня. Окей. Нанеси 3 пронзающих удара. Ну, тоже хорошо, да, конечно. Давай тогда я эту стоечку качнем немножко. Это что мы стойки вообще не качаем. Не качаем. Так, карта. Пошли дополнительное задание возьмем. Мы зря сюда бегали, что ли. Я просто не пойму, какое там еще одно задание. Это... А, подожди, я понял, что это за задание. Поиск вот этой девочки, да? Ну, давай посмотрим. Кума, где ты? Че ты орешь, блин? Что такое? Моя дочь пропала. Вот уже несколько дней. Может, она сбежала? Нет, это невозможно. Прошу вас, найдите ее. Вы похожи на мою мать. Она оберегала меня как только могла. Значит, вы понимаете. Где виделись в последний раз? В Додзё. Я ушла пораньше. Она сказала, что догонит, но так и не пришла. Я постараюсь помочь. Так, воровка без вины. Что-то хорошее, наверное. Что-то должен быть хороший. По идее. Может, кто-то помнит девушку? Я ищу девушку по имени Кума. Девушки, парни, курочки. Что пожелаете? За щедрую плату выбирайте все, что по вкусу. Болван. Болван. Я ищу девушку по имени Кума. Ха, не знаю таких. И не хочу знать. Оставь меня в покое. Куда-то мать побежала. Да что ты здесь бегаешь, утепь? Ты знаешь девушку по имени Кума? Дочь торговца? Ну, знаю. Только уж давно не видел. Мне надо ее найти. Ничем не могу помочь. Ой, соломенная шляпка. А с ронинами в Додзё уже поговорить. А где Додзё находится здесь? О, типчик. Эй, воин, сюда! Я знаю, кого вы ищете.
Знаешь Куму? Да. Но здесь нельзя говорить. Идемте. Монголы не смогли удержать. Мне кажется, он нас хочет убить, наверное. Может, да. Остров не удержит. Хочет на нас напасть. Этот Ронин. Чуяло мое сердце, что ее обманут. Что-то не сходится. Мать не видела ее несколько дней. А, нет, вроде бы. Вот тут нас не услышат. Кума моя подруга. Какой-то мужчина пообещал ей работу, и она ушла с ним. Какую работу? Управлять трактиром. Она хотела заработать немного денег для матери, заставила меня пообещать, что я не испорчу сюрприз. Где этот трактир? На главной дороге, трактир Нуманака. Так, трактир Нуманака. 800 метров, да вы серьезно? Япона мать с вашим трактиром-то. Нуманака, блин. Ну, Монако так Монако. Окей. Так, лошадиные силы доставлены скорей. Скорей к нашей цели, быстрей. Ветер, ты где, блин? А, нам его и типа найти нужно. А ветер на это не срабатывает. Офигеть. Течение, конечно. Метров. Ой, я вообще не туда побежал. Он вон там, блин. Ой, блин. Естественно, здесь с картой теряюсь жестко прям. Вроде туда бежишь, а не, нифига. Что это такое? Это должен быть, да? Ну да. А что здесь все на болотах ошиваются, я не пойму. Там чуваки какие-то ошиваются соломенные шляпки. Там эти монголы. Трактир на Монако. Кума должна быть здесь. Здесь враждебные типы. Никого. Точно? Новые добивания, интересно. Слышал какой-то шум. Надо проверить. Ты умрешь где? Пригнись! Вроде что-то слышал. Я сама тень. Пошел убивать. Может, это он? Может, он, а может и не он. Кто его знает? Он еще здесь. Скоро узнаем. Тебе конец! Загружаем! Умри! Yeah!
Он здесь. Ха! Он где-то рядом. Я здесь, я здесь, но я ж никуда не ухожу. Хватит на сегодня. Посильнее тебя! Хорошо! Давай, давай, давай. В следующий раз я буду готов. Это точно он. Что ж вы такие медленные-то? Да, прикольно, кстати, прикольно. А где-то там вылезти можно, не? Бомба-липучка. Вот здесь можно пролезть. Опля. Такс. Что ж ты бьешь так? Да блин, не успел. Стрел да, можно отбивать, кстати. Все, вот это убежал. Но нужно вовремя отбивать. Нельзя его упустить. Так не выпускайте меня. Это точно. Где? Ну, кто первый? Ну, кто первый? Сюда, нахуй. Ты мой. Да. Твой? Да я бы так не сказал. Надо быстрее бить. Так, ладно, она на втором вроде бы, да? Они меня заставили. Я никому не хотела ничего плохого. Заставили делать что? Грабить людей. Я должна была сидеть у дороги и звать на помощь. Почти все останавливались. Некоторые хотели помочь. Другие... Все позади. Я отведу тебя домой. В безопасное место 80 метров? Это куда, блин? Куда-то туда показывают. А, понял. К этому челику. А это кто? Это глупо. Сдавайся и можешь уйти. Девушки, парни, курочки. Что пожелаете? За щедрую плату выбирайте все, что по вкусу. Ну, хватит. Ой, опять эта соломенная шляпка. Подожди. Да задрал. Подожди, я воскреснул. Я воскрес. Ладно. С ним так не прокатывает.
Нормально, рад, что успокоились. Сумел помочь. Но как ты нас нашла? Я следила за вами. Видела, что вы говорили с Ронином. Когда вы ушли, я подошла к нему сама. Храбрый поступок. Ронины опасны и непредсказуемы. Ничто не сравнится со страхом потерять свое дитя. Я думала, что больше тебя не увижу. Ой, на херню не нужно было подписываться, думала она. Меньше думать надо в некоторых моментах. Ваша легенда крепнет. Карающий страж, нифига себе. Ого. О, и здоровья побольше. Это ж отличная новость. Мы не будем настолько часто умирать. Дымовые бомбы восстанавливают 25% здоровья. Интересно. Это прикольная фишка. Так, что там по времени? 41 минута. В принципе, можно на этом и заканчивать. Да. Блин, сколько дополнительных. Я аж теряюсь, что выполнять следующим. Хотя, если так подумать, то здесь на пару часов, наверное, где-то. Ну, это минут на 10-15, это еще минут на 20 примерно. Это на 10, там где-то на 15-10 и так далее. Подожди, это какое задание по счету? Седьмое. А вот это шестое, то есть нам вот это нужно выполнять. Семейный человек. А, вот еще ж доп. Задание. Ёкарный бабай. Что ж так много этих дополнительных заданий-то? Ладно, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Забавитр. Всем пока-пока.